перевод изображения из формата, который компьютер и программа не видит, в тот формат, который компьютер или программа видит. Открываем Movavi. Здесь выбираем фото. Здесь выбираем конвертация изображений. Запустить. Открываем файл, папку, которую нам непонятно. У меня она вот лежит. Вот здесь файл, который непонятно нужен нам. Нажимаем на него. Открыть. Здесь выбираем, во что будем изображение сохранять. Изображение сохраняем в JPEG. Нажимаем на шестеренку и смотрим. Размер кадра исходный. Какой был, такой и есть. Ничего не меняем, поэтому отмена. Выбираем, куда сохранять. И конвертируем. И вот у нас это изображение появилось. То есть вот оригинал непонятный, а это понятный. На этом все.